привет всем бойцам Мазартага! Сегодня мы поговорим об игровом комплекте, создание которого началась история компании LaserWar как производителя оборудования для внеарендного Мазартага. Destroyer – это уникальные таггеры собственной разработки специалистов нашей компании. За все время производства макет не раз проходил модернизацию, и на данный момент он является отличным вариантом по соотношению цена-качество. Футуристический дизайн, малый вес макета, ведь он проектировался специально для LaserTag, отличная эргономика и прочность на уровне стальных макетов. Все это не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Благодаря небольшим габаритам, длина 60 см, а масса всего 2 кг 200 граммов, Destroyer является одним из самых популярных игровых комплектов среди детей и женщин. Встроенный свинцово-кислотный аккумулятор позволит провести до 48 часов игры без подзарядки. Кроме того, доступно два варианта озвучки – дробовик и штурмовая винтовка. Дальность при этом составляет от 120 до 200 метров. Но если вы играете вечером, то сможете с легкостью выбить и 300 метров. На сегодняшний день вам доступно три варианта дестройеров. Light – самый простой, без возможности считывания статистики, соединение между ружьем и повязкой только с помощью провода. Pro – поддерживающий онлайн-статистику, возможно и беспроводное, и проводное соединение. Pro плюс Light – вариант только с беспроводным соединением. Кроме того, на любой игровой комплект можно по желанию клиента установить информационный LCD-дисплей, отражающий количество жизней и боезапас. Выбор, как всегда, за вами. Удачи и до новых встреч!